Ну да, что нацеленность. Там подсказывает? Нацеленность у обоих великолепная. А Магомед сказал, что он готов еще и в Уфе выступить, как изначально планировалось. Да, кстати. Отваги этого человека стоит позавидовать. Ну и опять-таки вытратил Леника, одного из самых признанных мастеров бразильского джиу-джитсу. Заслуженнейшего нашего бойца тоже. Так, вот, Саша, проверочный джиу. Осторожничает оба. Понимаю, здесь все может решиться одним ударом. Это тяжеловесы. Вот это удар у Магомеда Маликова. И не... И не может быть. Это сенсация. Первая секунда. Да. Это сенсация, уважаемые телезрители. Клуб «Горец» в полном составе просто высыпал на ринг. У нас есть новая звезда. Я не знаю, что, как это в голове не укладывается. Великолепная форма Александра Емельяненко. И нокаут на первой минуте. И нокаут. Ну вот, это тяжелый, это один удар. Это что-то просто невероятное. Ну, в общем, да, вот такая вот концовка получилась. Знаете, у меня нет слов. Вот это тяж. Ну, хорош. Хорош. Я не знаю, я боюсь этого парня запускать теперь в гран-при тяжеловесов. После всего, что произошло. Ему, по-моему, прямая дорога на Гураму выходить. Ну да, пожалуй. И Гураму там не сладко придется. Ох, дорогие друзья, это, конечно... Ну да, выход, вот три удара, три попавших удара, Саша упал. Такое бывало, я помню бои, и еще прайдовские, когда он падал после тяжеленных ударов. Он восстанавливался. Он восстанавливался, да. А здесь пошло добивание. Конечно. Я думаю, что этот бой выживет, потом мы с вами, конечно, это наблюдаем на повторах. Знаете, я мог ожидать чего угодно, только не такого развития событий, но молодец. 23 секунды. 23 секунды. Нокаут. Спортсмен из клуба «Горец», Республика Дагестан, Магомед Маликов. Ну и вот, собственно, все решено. Магомед Маликов вышел победителем из противостояния. Мы его искренне поздравляем. Надеюсь, что для Александра этот нокаут не будет являться чем-то обескураживающим. Он нас продолжит радовать. Не, все бывает, на самом деле. Я думаю, что Александр как бы вернется. Но это бой тяжеловесов. Здесь может все. Да, частенько мы об этом говорили, то, что один удар тяжах решает, если не все, то практически все. Вот здесь так и получилось. Да, увидели великолепный турнир, сенсационную концовку. Но мы с Дмитрием просто сейчас... Да, в таком легком шоке еще. Под впечатлением. Те, кто обсуждали... Смотрим. Раз, уехал. Да. Удар навстречу. И... Не умаляю заслуг Маликова, удар выкинут, ну, потому что там должна была быть цель. Бум, есть. Два добивания, три добивания. Раз, не, ну, конечно, Микоси Канин тут абсолютно прав. Но вот все вот решил вот этот вот удар. Конечно. Там уже даже... Такое ощущение, что сам не поверил до какой-то момент. И ответ то, что ставят, вот... может быть, не самого подготовленного бойца. Вот, пожалуйста, иллюстрация, насколько человек не подготовлен. Ну что, человек единственный, кто сумел... Кто, во-первых, согласился. Да, кто согласился. И теперь в свой послужной список... Победу над Сашей Емельяненко. Добавить победу над Сашей Емельяненко, победу над Алексеем Олейником. Да. Ну, дорогие друзья, я... Это глобал. Да, где потенциал? Вот. Пока что это звезда. Но вне всякого сомнения. Только что у нас, вот, дорогие друзья, родилась звезда новая в тяжах. На ваших глазах. Ну и давайте сейчас, конечно... Магомед Маликов, наш победитель! Наши аплодисменты самые искренние. Небольшие проблемы, не зависящие от нашего канала. Проблемы с сигналом. Ну и давайте, наверное, приглашать зрителей в Уфу, Александр. Да. Давайте послушаем. Сейчас давайте послушаем.